Астрологический прогноз по знакам зодиака для женщин и мужчин. Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года. Овен. Период будет складываться в лучшую для Овнов сторону. Именно сейчас вам удастся решить проблемы, которые не покидали вас последнее время. Отнеситесь с осторожностью к своим обещаниям, которые связаны с рабочими моментами, особенно заключение долгосрочных сделок. Мужчинам. Период, который пропитан успехом и удачей для вас. Ходите вечером на прогулку с семьей или вашей половинкой. Отличный период, чтобы заняться атлетикой или плаванием. Душевная теплота и спокойствие будут вашими спутниками на этот период. Вам необходимо применить все ваши имеющиеся знания на практике, чтобы решить поставленные задачи. Не упустите выгоду. Женщинам, успех на предстоящей неделе гарантирован, если в первой половине недели вы сможете побороть свою лень. Неплохой период для заключения крупных контрактов и договоров. Возможно, улучшение финансового положения. Отличное время для осознания себя как личности. Берегите ваше здоровье. В выходные обязательно сходите на прогулку. Телец. У тельцов благоприятный период для шопинга как одежды, так и бытовой техники. Все будет даваться легко, во всех делах будет сулить удача, но будут и спорные моменты, в решении которых вам поможет ваше умение красиво говорить. Проведите период с близкими друзьями, а свободное время уделите личностному развитию. Мужчинам. Это отличный период, чтобы совершить крупную сделку или покупку недвижимости. Фортуна будет на вашей стороне. У предпринимателей есть вероятность многократно умножить свой капитал. Реализуйте все свои самые смелые планы именно сейчас, в противном случае они никогда не сбудутся. Женщинам. По мнению астрологов, это благоприятный период, чтобы заключить крупные финансовые сделки. Идите к поставленной цели и ни за что не сворачивайте. Обратитесь за помощью к вашим друзьям, они сейчас будут готовы оказать вам поддержку. Сосредоточьтесь на самом важном, не стоит ввязываться в опасные авантюры, они могут испортить вам жизнь. Близнецы. В этот период планеты сложатся так, что дела близнецов то будут приостановлены, то будут развиваться. Если Вселенная посчитает вас достойным, на работе откроются новые способности, но вы рискуете потерять, что было дорого для вас. Вселенская энергия приведет близнецов к улучшению финансового положения. Сейчас тот самый период, когда нужно будет аккуратно вести себя с покупками новых вещей. Мужчинам. В этот период следите за своими мыслями, пока воздержитесь от подписания важных бумаг. Лучше будет, если эту неделю вы проведете спокойно. Избегайте давления со стороны вашего партнера, это здорово подпортит ваши нервы. Аккуратно на дороге. Займитесь налаживанием старых связей, в будущем они принесут вам огромную финансовую выгоду. Женщинам. Родственники и близкие друзья окажут вам сейчас огромную поддержку. Не отвлекайтесь на мнение окружающих, оно ничего не должно для вас значить, не пугайтесь трудностей. Грамотный подход к решению проблем поможет вам справиться со всеми делами. Истина будет где-то рядом. Не сворачивайте с пути к поставленной цели. Руководство обратит на вас внимание. Сделайте сейчас все, что от вас зависит, чтобы выполнить поставленные задачи. Рак. Космическая энергия несет вам огромный заряд бодрости и позитива. Огромный шанс решить все свои финансовые проблемы. Ваша карма зарядит вас удачей. Финансовая стабильность уже совсем близко. Сейчас вас также ожидает прибавка в зарплате или премия. Мужчинам. Как утверждают астрологи, в этот период вам поступит просто сумасшедшее и невероятное предложение, сделайте все, чтобы его не упустить. Отличная возможность поправить свое финансовое положение. Входите, поговорите с руководством о повышении, сейчас лучший период, чтобы это сделать. Прогуляйтесь вечером наедине. Женщинам. Новые предложения по работе или сотрудничеству откроют новые горизонты для вас.
Пригласите в выходные гостей, расслабьтесь и отдохните. Старые знакомые могут вам помочь в решении проблем и дел на работе. Лев, этот период львам будет очень полезно провести в обществе, неважно по работе или просто знакомые, главное, чтобы у вас была одна цель. Женщины смогут показать свои скрытые возможности. Возможно, у вас появится новый интерес, но он очень быстро закончится. Сильному полу лучше позаботиться о своем самочувствии. Быть может, проявятся некие хронические заболевания, которые дадут знать о себе. Ведите здоровый образ жизни, не злоупотребляйте алкоголем. Мужчинам. Отличный период для вас, чтобы купить что-то новое. Проявите себя с лучшей стороны, и руководство вас заметит. Возможны проблемы в общении с противоположным полом, будьте тактичнее. Физические нагрузки вам сейчас просто жизненно необходимы, чтобы поддержать свое здоровье. Женщинам. Ваш ум и креативность сейчас на высоте. Используйте все свои навыки, чтобы решить поставленные на работе задачи. Обязательно проявите сдержанность и усердие при работе с документами. У вас огромная вероятность закрыть старые нерешенные дела. Отличная возможность провести выходные с вашей половинкой. Самое время, чтобы сменить обстановку и даже сделать небольшой ремонт. Дева. Вселенская энергия зарядит дев на полную катушку. Любовь и счастье – это именно то, что вам сейчас будет просто жизненно необходимо. Самое время проявить чувства, которые вы годами хранили. Ваши отношения с партнером выйдут сейчас на принципиально новый уровень. Отличный период, чтобы заключить брачный союз. Аккуратнее с тратой денег. Мужчинам. Вы должны сейчас проявить максимальную активность, иначе высокий риск не справиться с текущими делами и получить от руководства. Грядут серьезные изменения в личной жизни, которые способны духовно вас обогатить. Займитесь вашей физической формой и питанием. Окружите правильными себя людьми, и это почистит вашу карму для притока новой энергии. Женщинам. По мнению астрологов, по возможности необходимо этот период посвятить воспитанию детей или провести в компании молодого поколения. Благоприятный период для изучения ранее интересующей вас информации. Есть возможность улучшения финансового положения в поездках. Весы. Сейчас решимость весов будет на высоте. Проверенные методы решения будут неэффективны для решения старых проблем. Будьте рассудительны, и удача будет на вашей стороне. Проведите выходные в кругу самых дорогих для вас людей. Это зарядит вас энергией. Возможно, скоро вы повстречаете свою половинку. Мужчинам. Судьба расставит все точки над «и». Фортуна будет на вашей стороне. Проявите внимательность и терпение, и тогда судьба будет к вам благосклонна. Гордыня вам сейчас категорически противопоказана. Сходите на выходных на прогулку, это то, что вам нужно. Постарайтесь не начинать новые проекты и дела, работайте над тем, что вы еще не закончили, это принесет значительный успех. Женщинам. Жизненные силы бьют через край. Из-за этого не все ситуации вы расцениваете правильно, эмоции настолько вас переполняют, что, возможно, окружающие не совсем понимают ваши поступки. На работе будьте внимательны, не давайте поводов для замечаний от руководства. Скорпион. Сейчас скорпионов окружают люди, которые готовы помочь безвозмездно. Вы будете приятно удивлены происходящим. От интересных и заманчивых предложений отказываться не нужно, именно они принесут вам рост по карьерной лестнице. Также радостное известие не заставит себя долго ждать. Мужчинам. Возможно, ваша жизненная энергия находится на пике. Используйте весь потенциал для осуществления старых планов и дел по работе. Финансовая удача вам сейчас обеспечена. Отличный период для активного отдыха или физических нагрузок. Женщинам. Для вас отличный период для того, чтобы найти свою половинку или заключить брачный союз. Воплотите в жизнь сейчас самые смелые желания.
Противоположный пол будет тянуться сейчас к вам как никогда раньше. Судьба несет вам множество сюрпризов. Обаяние и внешняя сексуальность будет бить ключом. Стрелец. Стрельцы, реализуйте сейчас по максимуму все ваши старые задумки и планы. Отношения с противоположным полом будут на высоком уровне. Есть вероятность заболеть, поэтому будьте аккуратны. Расположение звезд несет вам огромное количество удачи и позитива. Финансовый крах ваших друзей обойдет вас стороной. Мужчинам. Удачный период для общения с коллегами или руководством, подачи заявлений и документов в правительственные учреждения или социальные организации. Вы вполне можете рассчитывать на успех в решении личных проблем или на повышение в карьере. Возможен рост финансового потока, а также большая вероятность поступления предложения, от которого вам лучше не отказываться. Женщинам. Период принесет гармонию и процветание. Семейный очаг будет наполнен уютом и любовью. Не обращайте внимания на мелочи, в противном случае не успеете вовремя выполнить поставленные задачи. Отношения с партнером могут перейти на принципиально новый уровень. Простите вашим родственникам старые обиды, выходные лучше всего провести в кругу семьи. Козерог. Жизненные возможности и самочувствие козерогов значительно улучшаются. Сексуальная энергия повышается, что дает возможность встретить любимого человека или провести незабываемый вечер. Женщин в этот период ждут приятные сюрпризы, а вот мужчины будут в роли их исполнителей. Профессиональное ремесло козерогов на этой неделе будет на пике. Мужчинам. Подойдите к руководству и попросите повышения. Начальник будет к вам сейчас максимально расположен. Авторитет среди ваших коллег возрастет, но избегайте агрессивных и гневливых людей, они могут испортить вам жизнь. Женщинам. Жизненная энергия наполнит вас уверенностью в себе и завтрашнем дне. Постарайтесь найти новых знакомых, они могут сыграть ключевую роль в вашей жизни. Отдайте сейчас предпочтение старым книгам, они согреют вашу душу. Водолей. Водолеи, не экономьте на себе. Сейчас тот самый период, когда можно без зазрения совести потратить крупную сумму на себя любимого. Удачный период у водолеев для представителей различных религий, наук и культур. Думайте своей головой при решении задач. Домашние дела сейчас отойдут на второй план. Прогулка с близкими на природе – это именно то, что вам сейчас нужно. Мужчинам. Удачный период в году, чтобы заключить любые сделки. Жизненная энергия крайне на высоком уровне. Запланируйте встречи, и тогда вас ожидает успех. Финансовые проблемы будут решены, ваш авторитет среди старых друзей сильно поднимется. Аккуратнее на поворотах. Женщинам. Вы сможете раскрыть весь свой потенциал и обрести славу, способны приобрести недостающий опыт в различных сферах деятельности, близких по духу. Ваши деловые качества вам в этом помогут. Возможно, знакомство с полезными и интересными людьми. Рыбы. У рыб период благоприятен для общения и сулит новое знакомство. Возможно, сейчас вы встретите близкого и родного человека, который изменит вашу жизнь к лучшему. Вероятнее всего, это будет ваш новый знакомый. Соберите вашу силу в кулак, ведите здоровый образ жизни, не бойтесь перемен. Все они к лучшему. Мужчинам. На этой неделе ваша жизнь преобразится, вас ждут успехи в финансовой сфере. Обязательно съездите на отдых с семьей. Лучше немного подождать с решением бытовых вопросов. Ваше финансовое положение может резко измениться. Женщинам. Используйте вашу удачу, чтобы добиться расположения начальника. Ваши коллеги отнесутся к вам с большим уважением. Аккуратнее с покупками вещей. Отличная возможность доделать все дела, которые были не решены. Личные проблемы скоро исчезнут. Астрологический прогноз по знакам зодиака для женщин и мужчин.